Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Сегодня 25 ноября 2023 года. Хочу показать цены на субботнем рынке. И для тех клиентов, которые хотят поменять свои деньги, рубли, скажем, или другие какие-нибудь валюты на турецкие лиры, можете приходить к нам в офис. Офис находится около башни часов Махмутлара. Мы принимаем с карты Тинькофф, Сбербанк, Райффайзен и другие карты, а также казахские тенге и все валюты в основном других стран. Это может быть Украина, может быть еврозона. У нас есть денежные переводы, как золотая корона, Риа Money Transfer по всему миру, Intel Express, Privat Money. Privat Money работает с Украиной. Triangulo, InPay, TerraPay, Swift, Tunis. Это в основном те денежные системы, которые на данный момент у нас работают. Shift мы не делали пока что. Не нашли клиента, который отправляет. Отправляю в Африку, Японию, Корею и тому подобное. Курс можете узнать, позвонив на номер +90 555 064 91 10. Моментально. Переводите, приходите к нам в офис. Можно также кое-что сделать онлайн, но сперва вам нужно прийти к нам в офис. Итак, пойдемте на субботний рынок, покажу вам цены. Вот башня часов. С этой стороны у нас сеть магазинов Топчу. Вот это Бека. Был ливень. Сейчас, кажется, тоже, видите, облака темнело. Погода похолодала. Надеюсь, солнышко мы все увидим через пару дней. Нажму паузу. Также у нас обмен криптовалюты. Даже занимаемся перестановок денег. Там отдаете в одной стране, получаете в другой стране. Там есть своя комиссия. Все надежно, нет никаких проблем. Так, начнем. Ага. Баклажан 10 лир, помидоры от 20 лир и выше. Музнека, да? 35 лир большой муз, банан. Капуста цветная, цветочная, 25 лир, одна штука. Яблоки 15 лир, 20 лир, мандарины 10 лир. Тоже вкусное, мне нравится, там внутри красные ягодки. Это народу мало после ливня. Яички домашние 4 лир штука. Так. Апельсины 30 лир. $200 одна из вкусных. Клубник. 50 лир для варенья. Клубника. Сезон уже закончился, как я понял. Клубники. 60 лир виноград. Подешевле тоже найдем. Сейчас увидим. Многие нарывала. Многие уехали. Сухофрукты покажу вам. Орешки чистые. 450 лир. Грецкий орех сам с кожурой 150 лир, фисташки 500 лир, сухофрукт это абрикос сушеный 350 лир, хурма сушеная 350 лир, что-то многие вышли из-за ливня. Эльмаля когда?
Здесь лир яблоки. Вот красные, зеленые. Мандалинанс? Ольнирамс? Ольнирамс. Здесь лир. Здесь полно бывает всегда, но из-за ливня многие лавочки закрыли или не пришли сегодня. Так, вот хорошие помидорчики. Желтые помидорчики, черные помидорчики. Томаты син тан. Тека, да? А то. 50 лир килограмм. Органик черри, но это не черри, как я. А, нет, пахнет. Да, пахнет вкусно. Болгарский перец 30-40 лир. Папайя килограмм 60 лир. Королек 35 лир. Шекер, хурма, томатес. Чико доматес называется. Чико, помидор, чико. Тут редиска большая 20 лир килограмм. Свекла 30 лир килограмм. Морковь 20 лир килограмм. Здесь вот грецкий орех 100 лир. Там сорты разные. Гранат 30 лир килограмм. Дыня килограмм 50 лир. Уже тоже сезон закончился. Дыня. Нужно покупать то, что в сезон. Драконий гранат 100 лир. Одна штука 100 лир. Манго килограмм 300 лир. У тебя вот огромный манго уже появляется в Алании, Гази Паша. Хороший бизнес на данный момент тоже считается. Манго сажать. Что еще есть? Мандарин за 5 кило даже я увидел. Вот. Он уже. То есть авокадо штука стоит 10 лир, 15 лир. 5 штук кукуруза 50 лир. Банан 35 лир, но и увидел я за 25 лир тоже. 30 лир, 25 лир штука. Тыква килограмм 30 лир. Чеснок 5 штук 40 лир. Килограмм 150 лир. 50 лир килограмм. Вот этот драконий гранат, кто не видел, есть красный, есть белый. А также бывает она желтого цвета, но внутри, кажется, белый тоже, желтый. Сливы 50 лир, 25 лир килограмм. Груши 25 лир. Зелень начинается от 10 лир и выше. Персик 60 лир. Лир большой мандарин. Вот видите, банан 25 лир. То же самое. Мелкая клубника 60 лир, а вот большая такая 200 лир. 20 лир огурцы. 30 лир киви. 35. Ну, я вам скажу, что цены так сильно не изменились. Смотря что курс валюты там долг. Лира все падает к доллару. Ну, видите, цены на овощи, фрукты. Я по всем
2-3 недели назад снимал цены на рому. 400 лир, 300 лир есть орехи чистые, почищенные. Ну, это, короче, я пошел, начал пользоваться. 50 лир курма. Даже за 30 лир есть клубника, я не понял, что это такое. Сухое, кажется. Внутри, не знаю. Здесь 30 лир, а здесь 100 лир. Это непонятно. Где-то есть какая-то хитрость у них. Ну вот, сейчас постараюсь показать вам цены. Кинза 115 лир. Это штука. Стараюсь вам показать цены на мясо. Вроде почти все показал. Это оливки. Для посоления. 75 лир. Черный 80 лир. 25. Лесные грибы 100 лир килограмм. Айва 20 лир. 150 лир, вот такой огромный клубник. Бунея. Çok büyük. Seçmem al. Ama buyur. Огромный клубник. Ну, не знаю. То, что мелкое, нужно покупать, что большое нет. Лук 20 лир. Картошка 18 лир. Большая картошка 20 лир. Покажем еще молочные продукты здесь и мясо. Араба. Оливки. Они большие, вот эти такие. Теря, не когда ролмаш? Сливочное масло 250 лир стало. Kaymak ne kadar? İşte 2 tane 50 göndersene. 200 lira mı? 200 lir вот kaymak stoy это. 50 lira bu kazanır. Что-то цен нету. Merhabalar. Peynir ne kadar? Gürsüt. Ezir ne kaç lira? Ezir ne kaç? Вкусный сыр. Ezir ne kaç lira? 250 lira. 550 lir ezir ne stoy? Balıkesir ya Çanakkale. Balıkesir var mı? Keçi peyniri ne kadar? 200. Kozi sır 200 lir. Yükseldi mi hepsi? Bayağı yükselmiş. Yok bir ciğer. Hoş geldiniz. 180. Kozi bu ne? Sulugoni. Sulugoni 160. Принца. Вот 250 лир стоит. Эзирне тоже. Косички стоят 230 лир. Здесь 180 лир. Это сколько стоит? Не когда? Купейне не когда? 700 лир. Ады не здесь? Гравьер. Гравьер стоит 700 лир. Сливочное масло. 350. Это натуральное. А не натуральное? Нет. Нет. 350 сливочное масло. Это колбаса. Пастурма. Не когда? 1300 лир. Килограмм.
sonra pastırma 3300 litre. Teşekkürler. С оливки вы уже увидели. Покажем мясо. Мясной магазин хороший тут есть и в той стороне. Ляжка 320 лир. 380 лир стоит фарш. Ляжка баранина 290 лир. Транч 420, росту 450, бифштекс 480, антрикот 500 лир. Ну, чтобы заварить, 340 лир, косточки вот эти. Так, да, вот так лучше. Кузу пошло мало. Темикси без костей 400 лир. Шашлык вот этот. Уже готовый, 450 лир. Взяли, сделали шашлык. Это Адана кебаб, кёфте. Хош булду. Адан кёфте 380 лир. Это вот котлетки. Булар икси де айны мы олуя? Фиат. İkisinde de aynı mı fiyat? Aynı. Köftede böyle de köfte. Köfte. Burada üçü de aynı abi. Fiyatlar aha. Tristiyle onu yapıyor. Tak mı olur? Şey kanat. Крылышки под шашлык, готовы со специями. 130 лир стоит килограмм, готовы, можете купить, сразу делать шашлык. Не нужно мариновать, уже готовы мариновать. Нормаль канаттар не када? Ну, yaprak. Evet. Sadece 170. Bunlar hazır mı? Hazırlığı değil abi, bu kutlu kanat, bak şöyle kanat. Biliyorum da kebaplık hazırlığın fiyatı nedir? 130. Hazır olmayanın? Bu sade kanat. А, это только саде крылышки, канат. А здесь смешанные. Саде канат. Откуда? О, 130 лир, вот канат. Ага, понятно. Бутлу, да, шоле. Понятно, с ляжкой это. Есть просто крылышки, есть с ляжкой. Кёй тауву не кадар, домашняя курица? 150. Килограмм 150 лир стоит. Это кролик, тавшан? 300. 300. Грибовта. Триболта 50 лир стоит, это кажется, этот куропатка, что ли? Нет, еще там забыл название. Бут, еще не кадар? Инду, хинди, индюшка. Филе. 220 лир стоит филе. Бедра 250. Бедра 250 лир. Все, тешекюля. Сейчас постараюсь показать цены на рыбу в магазине Migros, а также мясо там тоже есть. Цены на мясо в сети магазинов Migros. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. В Migros'е фарш стоит 293 лир. Вот есть скидки. Можно и тут посмотреть. Контрафиле 400 лир. 470 на 400 лир скидочка. Антрикот 417 лир. Скидка там была 500 лир антрикот. Бонфиле 608 лир. Скидка 715 раньше была цена. Вот этот кусочек стоит 359 лир. Триста тридцать восемь. Зука бурган. Зуков. Покажу рыбу вам. Леврек сибаш. Сто лир стоит килограмм, дорогие зрители. В Migros'е вот сейчас скидки. Раньше была 170 цена. При помощи мани-карты можете купить за 100 лир. Можно креветки. 469 лир. Норвежский лосось 300 лир. Чипура 170 лир. Турецкий лосось 100 лир.
Кефаль 80. Лагус. Это на эту рыбу я охочу в основном. Подводная охота у меня. И, кстати, 900 лир килограмм стоит. Понятно. Из-за этого она считается одной из дорогих рыб. Из-за этого я на ней охочу. Сазан 100 лир. Краб. $139. Все, дорогие зрители, ставите лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.